Итак, на ковре сниму, приобрел мужскую обувь, туфли Дурсен Комфорт Концепт и их сайт dursenshoes.com. Обувь шла в таком пакетике, на ощупь матерчатым, с ручками. В пакетике лежит коробка. Достаем. Пакет солидный, хороший. Жалко выкидывать будет. Не знаю, для чего его можно использовать. Может быть, мусор вынести? Один раз. И то немного. Сама коробка. Небесно-голубого цвета. Земной шар. Северная Америка, Южная Америка. И тут волны такие. Дурсен Комфорт Концепт. Смотрим коробку. Дурсен. 41-й. Цвет была. Классический. Стоили 5650, но я купил со скидкой. 3950. 4000 практически. Открываю. Каждая туфля запакована в мешочек. Красивый мешочек. Под что использовать, не знаю. Достаем. Как это называется штука? Язычок? Забыл. Память плохая. Старый стал. Но вы сами знаете, что это такое. Достаем. Классический. Черный. Подошва толстая. Каблук тоже. Мне это нравится. Ничего лишнего. Все строго. Нос не острый. Закругленный. Сбоку. Лаконичный дизайн. Натуральная кожа. Ничего лишнего. Сидят хорошо. Как влитые. Не маломерки. В носке себя покажут. Но внешнее, первое впечатление, хорошее. До связи.